Добрый день! Сегодня мы вам покажем роторную куполь, предназначенную для высокоскоростной и надежной купорки флаконов. На машине установлен входной лоток для автоматической подачи тары. Виброчаши для подачи пробки и крышки. Датчики наличия пробки, крышки и тары, которые выведены на сигнальную колонну. Для удобства и визуального отслеживания ошибки работы аппарата. Также для контроля и учета готовой продукции установлен оптоволоконный датчик. Работа автоматического купора осуществляется всего от одного асинхронного двигателя с питанием 220 вольт. Машина изготовлена из нержавеющей стали и соответствует всем требованиям GMP. Давайте начнем работу.